Это Маша. Маша любит реставрировать старую мебель, придавать ей новый вид и окрашивать ее в яркие цвета. Некоторые из своих творений она дарит своим друзьям. А на блошиных рынках у нее появляются новые идеи. Вот и сегодня. Она несет кресло-качалку домой и уже знает, какого цвета оно должно быть. Разумеется, у нее есть и подходящий инструмент – PFS-2000. Используя систему распыления краски, Маша экономит время. Благодаря эффективному распылению краски, лак покрывает кресло равномерно и проникает в каждый уголок. Маша быстро заканчивает свою работу и радуется. Получилось очень красиво. Никогда бы не удалось достичь такого совершенства, крася кисточкой. Устройство PFS-2000 экономит Маше много времени для творчества. Грунтовка и окраска осуществляются очень быстро и остается больше времени для деталей. Идеально, если вы перфекционист. Не красить кистью, а распылять. Чисто, тщательно и легко с помощью системы распыления краски фирмы Bosch.